У нее преждевременнее сохранять невозможно. Началась родильная деятельность. Мариночка, что ж ты? У нее преждевременнее сохранять невозможно. Отошли воду. Началась родовая деятельность. Мариночка, что с ней? Она рожает. Привезли в ближайшую больницу. Родовую. В плохом состоянии. Ребенок еще хуже. Срок маленький. Я иду с вами. На каком основании? Не знаю. Мариночка. Марина, что с ней? Рожает она. Привезли в ближайшую больницу. Сохранить. В тяжелом состоянии, ребенок тоже. Сейчас. Успокойтесь. У нее преждевременно сохранять невозможно, отошли воды. Началась родовая деятельность. Марина, что с ней? Рожает она. Привезли в ближайшую больницу. С родовой. Хреново ей. А ребенку еще хуже. Срок маленький. Давай отсюда, это... Давай отсюда, с моей реплики. У нее преждевременные, сохранять невозможно. Годы отошли, начались родовые деятельности. Марина, что с ней? Что с ней? Она рожает. Привезли в ближайшую больницу. С родовыми. Хреновые дела. У ребенка еще хуже. Срок маленький. Сейчас. Что с ней? Рожает она. Привезли в ближайшую больницу. С родовыми. Хреновые у нее дела. Срок маленький. Давайте молчать будем. Рожает она. Привезли... Сейчас, секунду. Нет, меня. Что с ней? Рожает она. Привезли в ближайшую больницу с родовым. Хреновые дела. И у ребенка еще хуже. Что с ней? Сейчас, не могу. Преждевременно у нее началась родовая деятельность. Воды отошли. Марина, что с ней? Рожает она. Привезли в ближайшую больницу с родовым. Хреновые ее дела. А у ребенка еще хуже. Срок маленький. На каком таком основании? Я голов. Черт, ну это невозможно, ребят. Что с ней? Рожает она. Срок. Готовились, Марина. Рожает она. Привезли в ближайшую больницу с родовым. Хреновые у нее дела. А у ребенка еще хуже. Срок маленький. Я с вами. На каком таком основании? Я главврач этой больницы. Это моя жена, это мой ребенок.